очень приятно было быть участником этого действия. И мы для чего это делалось? Для того, чтобы привлечь внимание и все-таки сделать Всеукраинский день собак в Украине. И я надеюсь, что он все-таки будет для того, чтобы, ну, наверное, меньше дог-хантеров было. Чтобы определяли внимание, что если это национальный какой-то праздник, да, есть внимание уже правительства, но, может быть, по-другому относиться будет к животным. Не только к собакам, котам и всем другим братьям нашим меньшим, да, как мы говорим. И, может быть, добрее станут люди, может быть, по-другому будут относиться. И то, что мы сделали, и люди собрали деньги, пусть, может быть, небольшие, но она все равно какая-то копейка. Сделали косточки, может быть, парады. И привлечем внимание не только замесь косточек привлечения, да, кто-то, может быть, с приюта заберет к себе ребенка.